Восточноевропейская овчарка – легендарная универсальная порода. Однако на сегодняшний день, когда появились малинуа и немцы рабочего разведения, порода потеряла свою былую популярность. Безусловно, в спортивных нормативах восточникам сложно конкурировать с немцами и малинуа. Но обычному владельцу собаки некогда всерьез заниматься спортом, а как пользовательская собака восточники имеют свои плюсы. Крупная, относительно спокойная собака выглядит солиднее, чем суетливый немец, и зачастую намного удобнее в быту и на охране приусадебного участка. Если немец охраняет участок, то хозяин может забыть о спокойной жизни. Постоянный лай на любого прохожего за забором заставит мечтать владельца немца о добром лабрадоре или, что более правильно, о хорошей восточноевропейской овчарке. Большие размеры и более спокойное поведение восточника – это отличный компромисс между желанием иметь собаку для охраны и возможностью спокойно отдохнуть после работы, а не заниматься выгулом шустрого малинуа. К сожалению, в разведении этой породы на сегодняшний день не учитываются поведенческие характеристики и рабочие качества. Поэтому далеко не просто найти себе хорошего восточника. Необходим тщательный выбор щенка по происхождению и поведению. Пойдем, Зольда. Рядом. Зольда рядом. Зольда. Зольда рядом. Пойдемте, кушать. Кушать, ребята. Встали в стоечку. Да, подожди, отстань от них. Снять их. Я сразу в стоечку ставлю. Ну, едят они отлично, прям жрут. Хорошо. Хорошо, ребята. Место! Место! Пошли, место! Давай, 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 место! Место! Место, 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 место! Хорошо! Место! Ну пусть посидят там, на выдержке. Место! Все, гуляй! Ко мне! Гуляй! Гулять! И общаемся! Хорошо! Хорошо! Хорошо, ребята, хорошо. Вот где у нас игрушки. Вот игрушки у нас тут. Место, 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 место. Хорошо. Место. Хорошо, ребятки. Так, ну и все. О, пусть они успокоятся, отлично. Хорошо.
охраняй. Охраняй. Не... Эй! Ко мне! Ко мне! Вас! Хорошо! Все у Юты в помете было 7 щенков. Щенки, в принципе, все активные. 2 пацана и 5 девчонок. 5 щенков были занарно-серого окраса в мать и 2 девочки чепрачные в отца. В принципе, все активные, все подвижные, все в родителей, все готовы заниматься. Хорошо, сидеть хорошо. Сидеть хорошо. Лежать. Лежать. Вот, хорошо. Хорошо. Хорошо, лежать хорошо. Лежать хорошо. Стоять. Хорошо, девочка. Хорошо. Стоять хорошо. Молодец. Хорошо. Сидеть. Хорошо. Хорошо, девочка. Сидеть хорошо. Умничка. Умничка. Лежать. Хорошо. Хорошо. Лежать хорошо. Стоять. Стоять. Хорошо. Стоять хорошо. Молодец. Сидеть. Хорошо. Так, погони ее восьмеркой между... Ну ладно, рядом. Хорошо, девочка. Хорошо. Вот. Хорошо, девочка. Побежали, побежали, побежали. Хорошо, Зольдочка. Хорошо. Зольда, хорошо, девочка. Хорошо. Ай, хорошо, девочка. Скорее, скорее, вот мы так не делали еще. Ну, попробуем. Делай все. Скорее, 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 скорее. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Хорошо, хорошо. Хорошо, ну, скорее, скорее. Вот. Вот, хорошо. Сидеть. Сидеть. От нее, чтобы было домой. Хорошо. Да не надо, это слишком преждевременно. Вот, вот, пусть она хватку хорошо покажет. Хорошо. Хорошо. Ай, хорошо. Вот. Скорее, скорее, скорее. Ай, молодец. Вот. Вот. Вот, Зита. Вот. И немножко ей уступай, когда она мотает. Так, давай другого черного также с игрушкой. Хорошо. Или это три суки? Три суки все. Ага. Все, давай, убирай ее. И другую черную доставай. Пошли. Зитка, подождите, назад. Заба, девочка. Пойдем, заба. Пошли, девочка, пойдем. Лапу. Заба, вот так. Заба. Вот. Хорошо.
Хорошо, Заба. Хорошо. Вот, Заба. Хорошо. И отдай ей. Вот. Так. Чужой! Вот, сыночки, покушали, теперь мы гулять пойдем, расслабляться. Пошли, ко мне, гулять. Пошли, пошли, пошли скорее. Хорошо, пойдем. Хорошо, ко мне. Хорошо, ко мне. Хорошо, пойдем. Ко мне. Хорошо, ко мне, на вот. Хорошо, молодцы. Пошли. Ай, хорошо, молодцы. Все, гуляйте. То есть теперь они в туалет будут ходить, да? Да, пусть они в туалет ходят. Нет, с ним. Коль, сколько ему лет? 8 лет. Матерый уже пес. Два с половиной, чуть побольше. Какого числа они родились? 6.01. Пошли скорее, вот, опа. Залезай. Опа, молодец. Золим. Опа. Вот. Так, ну и давай с игрушкой. Вот с этой. Пошире, может быть, чтобы она поактивнее побегала. Надо было до хватки ей дать разогнаться. Все, отдай ей пока как бы. Еще дальше выноси вперед, чтобы шире она. На, эй. Золя. В туалет хочет, наверное. Золя. Да, она писает. Пошли. Хорошо. Золя. Не надо, не зови, пусть она погрызет. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте, пожалуйста.